На лед Смоленской ледовой арены за 4 дня вышли более 600 участников из России, Белоруссии, Германии, Франции и Кипра. Почти во всех разрядах высокая конкуренция до 11 человек. На соревнованиях выступила и сборная по фигурному катанию Соликамска и Александровска. В конечном итоге девочки заработали 46 медалей. Из них 25 золотые, 4 серебряных медалей и 7 бронзовых. Абсолютными чемпионками стали Софья Лаук, Полина Малая, Виктория Запкова, Екатерина Загвоздкина, Виктория Трофимова. Поздравляем наших фигуристок и желаем им не останавливаться на достигнутом.